Мясные деликатесы, овощи, фрукты по ценам ниже рыночных. 10 октября ярмарочная торговля развернулась на 8 площадках Курска. Наша съемочная группа побывала на улице Станционной. О качестве продуктов и ценах расскажет моя коллега Анна Пикулина. Раннее утро, ярмарка только началась, но почти каждому прилавку очередь. Больше всех удивили потребительские общества. Ирина Долотова привезла с собой целый ресторан. На выбор кулинарные и мясные заготовки. При производстве кондитерских изделий мы используем натуральные ингредиенты. И в основном у нас пользуется продукция, это пирожное «Заварной лебедь». Мы продаем по 1000 штук на ярмарке. Мы вырабатываем колбасные изделия, которые изготовлены тоже из натурального сырья, домашнего. Используем домашнюю свинину. Продовольственный ассортимент ярмарки широк. Мясо и рыба, сырые колбасы, конфеты, цветы, зерно. Я купил сало, купил овощи. Купил это самое молочко. Мне нравится ярмарка. Очень даже нравится. Среди покупателей и заместитель губернатора Александр Демин. Пообещал, с пустыми руками домой не вернется. Здесь вот представлено и гуси, и утки. Поэтому я думаю, что тоже жене надо что-то сегодня привезти, чтобы она утку жарила с яблоками. Благодаря торговле без посредников килограмм картофеля и капусты здесь можно купить за 9-10 рублей, свеклы за 12. Самый большой спрос на сахар, и это неудивительно. Его ярмарочная цена на 10 рублей ниже магазинной. Самое главное то, что здесь ценовая политика до 20-30% ниже, нежели чем в любом нашем супермаркете. Одним словом, это такая сильная, мощная конкурентная среда ярмарки для того, чтобы снизить цены в розничных предприятиях, в магазинах. А заключительная в этом году плодово-овощная ярмарка «Осень 2015» пройдет 24 октября. Анна Пикулина, Денис Федорков, телеканал «7».